Всем привет, с вами Джага, и сегодня мы поиграем в интереснейшую игру «Симулятор козы». Да, просто начнем, да посмотрим. К сожалению, мой компьютер недостаточно мощный для этой супер мощнейшей игрушки. Ну, ничего. Я думаю, как-нибудь мы разберемся и с не очень хорошей графикой. Так вот, смотрите, какая чудесная козочка. Можно делать всякое, например, она прыгает. Да, это мило. Еще она может прыгать вот так вот. Ать, немножко падает, но ничего, это не страшно. Можно перепрыгнуть через металлическую палочку. И за это дают очки. Можно пройти сквозь вот эту трубу. Суперсекретный туннель. Залезть даже. Вот, на площадку, на дощечку. Ничего не дали, но все равно можно. Ой, арбуз, его можно, ну, полизать. Ой, действительно. Правда, приклеилось, но это ничего. Арбуз, это такое. А вот еще козы. Еще вот козочка. Давайте ее полижем. Ну, не знаю. Это не мы, она сама. Надеюсь, все живая. Ты кто такой? Ты кто такой? Кто это такой? Какой-то мужик зоофил, который наблюдает за козами. Узнаете? Это пробуждает в ней дикое зло. Вот так-то лучше. Жалкий человечешка, что тебе от меня надо? Что ты возомнил? Ты можешь подсматривать за всеми, за кем хочешь? Ну нет, мы это прекратим. К мамочке хочешь? Сейчас ты к ней отправишься. Смотрите-ка. Да, как-то так. Ну, зло пробудилось. Теперь-то жалкие людишки, вы получите свое хороших. Давайте просто рассмотрим, что тут есть, какие локации в этом мире. Их, в общем-то, немного, но довольно насыщенные. И все ачивки, разные виды коз и все такое. Посмотрим в следующем эпизоде. В одном из следующих. А сейчас просто пробежимся по локации. Она разделена надвое вот этой шоссе дорогой. В принципе, от туннеля до туннеля больше нету. Карта довольно маленькая, но насыщенная, это да. Во-первых, вольер для коз. Там есть башня, это не просто так. Если забраться наверх, можно и кое-что увидеть. Дом, один из домов людей. Далее, фабрика. Ну, давайте так, пойдем от по часовой стрелке. Это, если не ошибаюсь, заправка. Знаете, что там можно сделать? Нет, вначале посмотрите, что можно сделать с людьми. Люди тут на редкость интеллектуальны. Впрочем, она уже и так чересчур интеллектуальна и уходит куда-то в темноту. Ну, до свидания. Значит, смотрите, что можно сделать с заправкой. Взорвать ее! С помощью козы! Представляете? Это ли не круто? О, что такое? Пошла вон. Именно. Надеюсь, ее приедет. Да, ее переехала. Мне не жалко. Так, идем дальше. Что же тут еще? О, тут есть футбольные врата. Ну, конечно, да, есть. Фабрика исследований. Или что это такое? Лаборатория исследования низкой гравитации. Мы туда обязательно сходим. Там есть что-то интересное. Ну, вроде как... Как Златан мы играем. Не знаю, кто это такой, наверное, футболист. Далее, поле. Где-то вот тут вверху есть труба. Которая позволяет менять размеры козы. Но это мы тоже увидим в следующий раз. Пока мы просто исследуем местность. Вот это интересно. Смотрите. Смотрите, там куча народу. Да и поле, в общем. А на пригорке вверху стоит включенный комбайн. Я вот все думаю, где у него тормоз отключается? Ведь его ж можно как-то подтолкнуть, чтобы он сам поехал вниз.
Смотрите, вот это неспроста нарисовано. Мы увидим это в другом эпизоде. Жалкие людишки получат свое хороших. Кстати, да. Вон там противный на машине желтые круги нарезает. Постоянно. К сожалению, мы не можем ничего пока сделать с машиной. Потому что получается вот что. Она сбивает. Но ничего. Мы вернемся. Зато мы можем сделать что-то вот с ними. Разогнать их всех. А вот это можно взорвать. А, этих два, так скажем, дружка, не боятся козы. Зря, очень зря. Слушайте, давайте его догоним. А, он уже сам упал. Ладно. Потом какой-то вот такой интересный дуб. Не знаю почему, вдруг посреди поля дуб. Может быть, это с чем-то связано. Вот что посреди поля. Тут есть круги на полях. И да, поговаривают, что можно вызвать здесь НЛО. И мы это обязательно произведем, если это можно сделать. Далее. Ну, тут то ли типа сортир. Ничего интересного. Круг для козьих боев. Ой, ладно, мы потом разберемся с этими зазнайками. Этими людюшками. Ага, страшно стало, правильно. Потом на этой же половине карты есть Стоунхендж. Его можно развалить. Потом. Потом. Все потом. Мы вернемся к этому. Обязательно. Ой, по карте щедро рассыпаны различные цистерны с горючими машинами, которые можно, естественно, взрывать. О, ну как нас так плавно перенесло на вторую половину поля. Да, кстати, почему бы и нет? Вот какие-то ребята. Даже не знаю, что они делают. Что они делают? О чем это они говорят? Я даже не хочу переводить, что у них там написано. Ребят что-то волнует. Впрочем, девчат тоже. Ну, знаете что? А вот что! А, ты чего-то испугался? Не бойся, маленький. На! Вот так бы сразу. Подождите, подождите, это ты политик? Это ты их всех собрал? Получай! А ты его слушал? На! Отлично, вот это другое дело. Это по-нашему. Ой, тут пати и машинки есть. Нет у вас машинок. И пати ваша, наверное, сейчас будет закончена. А вот почему. О, красота. Боже мой, он горит. Какая неприятность. Вот здесь дом, как ни странно, разработчиков игры. Вот эта вот фирма Coffee Stain, которая создала эту чудесную игру. Можно зайти и лично им каждому выразить свою благодарность. С помощью козы. Кстати, то ли мне показалось, то ли она дышит. Как бы это сказать? Сзади. Или выдыхает сзади. Ну, это мы еще разберемся, что к чему. Так, далее тут есть еще одно секретное место за вот этой линией электропередач. За этой опорой. Оно позволяет вызвать кое-кого более сильного. И мы как-нибудь этим займемся. В следующий раз. Но мы вернемся сюда еще. С жертвоприношениями, как положено, да-да-да, вы как думали. Все серьезно. Далее, что тут у нас? Это домик из пати, которого уже нету. О, смотрите, что это? Фейерверк? И знаете для чего он? Вот для чего! Да. Она ничего. Древнее зло. Она как бы бессмертна. Даже можно сделать вот так. Фу.
10 раз, да-да-да-да-да-да. Ну ничего, 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 пока что, пока что. В своей, так сказать, первозданной форме. Машины нам опасны. Но они нас не убьют. Нет, 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 нет. Но мы станем сильнее. И вернемся. И тогда они вспомнят. Все. И ты. Но потом. Потом, да. Идем дальше. Что тут еще есть? Вот это то ли школа, то ли мэрия, непонятно. Ну, возможно, школа. Вывески я не наблюдаю. Наверху есть колокольчик. Может, это церквушка какая-то? Ну, не уверен. Может, если звонок, то школа. Или все-таки какая-то мэрия. Бассейн с батутами. Да, есть вышки всякие там. Подпрыжки, классно. И стройка. В принципе, на этом мы подошли к концу вот этой вот зоны. Вернулись к туннелю и вот к той взорванной, уже взорванной нами заправочке. Ну, давайте просто залезем наверх, посмотрим, что там наверху делается. Да, коза может лазить по... О, боже мой, что у него с головой? Ну, не сколько с головой, сколько шеи. Может лазить по крану. Да, да. По лестнице. Смотрите, как здорово. Кстати, вон там в контейнере что-то есть, и нам надо будет туда попасть. Обязательно в следующем эпизоде. Посмотрим, что и к чему. Пока мы давайте заберемся как можно выше. Посмотрим на все это сверху. Вот, противовес стрелы. Ну, как-то вот так. Там мы уже побывали. Ай. Тут, в принципе, тоже. Даже можно вот эту гору попытаться залезть. Ну, особо там ничего нет. Хотя, смотря как посмотреть. Да, вот еще летает планер. Я подозреваю, что на него можно попытаться запрыгнуть. Потом. Все потом. А сейчас надо продолжать мстить людишкам. Смотрите. Что это? Кто это? Бадабум! Ой, а мы с ним падаем. И ничего. Бывает и такое. Итак, стройка. И на этом как бы мир вот этой карты кончается. Игра специально немножко недоделана в плане того, что у нее есть полно глюков. Она может даже зависнуть вообще. Можно где-то упасть за текстурой... провалиться в никуда, но за все это, в принципе, даются ачивки. Так что вот такая интересная игра, так сказать, интересная. Что же мне интересного? Так вот, что мне интересного, мы узнаем в следующем эпизоде. И, конечно, я смогу его снять. И какова будет месть козы, мы тоже узнаем в следующем эпизоде. Что, почему и как она сделает? Сможет ли расправиться с машинами? Всех ли подчинит себе людей? И зачем у них такие странные таблички? А потому что они глупые. Единственное умное тут существо это коза. Точно. Ладно, с вами был Джага. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Нет, подождите. Я хочу попробовать сделать небольшую баррикаду. О, какой ужас. Да, вы знаете, баррикада сильно не поможет. Надо действительно... Она живая. Лети. О, домик на дереве. Обязательно туда залезем. Ну что ж, с вами был Джага, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых встреч в симуляторе козы. Ну такого я еще не встречал. А, да, еще, но умеет делать вот что. Пожалуй, это одно из главных его умений.
Как мило. Ну все, теперь точно все. До новых встреч.